В Ленинграде идут съемки первого советско-американского фильма «Синяя птица» по пьесе Метерлинка. Авторы сценария Алексей Каплер и Хью Уайтмор. Постановка известного американского режиссера Джорджа Кьюкора. Операторы Йонас Грицис и Фредди Янг. Музыка Андрея Петрова. В фильме заняты известные советские и американские артисты. Сесиль Тайсон, знаменитая Ава Гарднер, Элизабет Тейлор, американская кинозвезда, снимается в четырех ролях. Георгий Вицин. Синяя птица счастья. Надо только захотеть ее найти. Эту роль в фильме исполняет советская балерина Надежда Павлова. А вот главные герои фильма – храбрый Тиль-Тиль и робкая Метиль. Режиссер Джордж Кьюкор говорит: «Я действительно счастлив, ибо то, что я увидел здесь, совсем не похоже на то, к чему я привык. Во время работы над фильмом я встретил настоящую человеческую доброту, и думая о том, как важна в этом мире сейчас доброта, я имею в виду отношения между людьми, отношения друзей». Thank you.
Thank you.